5 легенд с самым большим овералом в WWE 2K23. 5 место Triple H. Пятерку нашего топа открывает король королей, Хантер, Triple H, в настоящем главный операционный директор в WWE. 14-кратный мировой чемпион, дважды был номинирован на рестлера года, один из лучших хилов в рестлинг-индустрии, человек, у которого оверал в играх WWE всегда был очень высок. Но вот в WWE 2K23 у него оверал явно будет не менее 90. Мне кажется, что он будет в пределах 90-91. Вот так вот. 4 место. Рок. В настоящем всемирно популярный актер был самым дорогим актером года, а в прошлом он был шикарным оратором и неплохим рестлером. Ему не нужен был большой мувсет, чтобы показать отличный рестлинг. Его харизма и ораторское мастерство хватало, чтобы компенсировать его небольшой мувсет. Рок, как и предыдущий рестлер топа, всегда был очень высоко оценен в играх WWE. И я думаю, что его рейтинг будет где-то 92. 3 место. Stone Cold Steve Austin. Экватор нашего топа открывает техасский гремучий змей, один из самых харизматичных рестлеров WWE за всю историю. Хруст стекла из его песни является одним из самых узнаваемых звуков в мире прорестлинга. Когда Остин появляется на арену, все зрители просто сходят с ума, особенно если вспомнить WrestleMania этого года. Стив в свои 57 показал отличный рестлинг, но и рейтинг его персонажа в играх WWE тоже был крут, в том плане, что было высоким. Я считаю, что его оверал должен быть 92-93. 2 место. Джон Сина. В 10-х годах этого столетия Джона Сину считали одним из самых непобедимых бойцов. При отличном букинге сюжета, а впоследствии и матча, можно было взять из персонажа победившего Сину мегазвезду. Как пример этому является CM Punk. Джон идет нога в ногу с Риком Флэром по количеству мировых титулов. И еще может побить его рекорд, на что я надеюсь. А теперь перейдем к овералу Сины в WWE 2K23. И я думаю, что он будет не ниже 93, а возможно даже 94. 1 место. Гробовщик. Как по мне, лучший персонаж в рестлинге вообще. Вклад гробовщика в рестлинг очень большой. Ему не нужны были десятки мировых титулов или еще чего-то, чтобы быть одним из главных звезд компании. У него было то, чего вам бы не дал ни один титул. Стрик. Из 21 победы без единого поражения на WrestleManiaх, на главном шоу года. Но это было только до 2014 года, где его сенсационно выиграл Брок Леснер. Гробовщик является мощнейшей легендой рестлинга, и я думаю, рейтинг его в WWE 2K23 должен быть явно не меньше 94, а лучше 95. Вот такой вот топ, ребята, у нас получился. Я думаю, вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Серега, канал iLegendsKiller. Всем пока!